Нет, нет, пожалуйста, стой, стой, я знаю, что ты злишься, знаю. Нет, ты даже не представляешь, до какой степени ты психопат. Все было слишком хорошо, но что? Неправда. Это все я сказала тебе, когда сидела под замком в клетке. Неужели ты и правда поверил, что это каким-то образом можно оправдать? Так и есть. Черт, ты просто помешанный. Думаешь, ты наломал дров, я наломала дров, и это все? Это эквивалентно? Да, я соврала, я изменила, но я не следила за тобой. Я не била тебя и никогда не убивала людей, я ничего такого не делала. Ради тебя я был готов приступить любую черту. Но я не просила тебя помогать мне. Твоя жизнь рушилась. Но это была моя жизнь. И мне не нужен был какой-то больной социопат на белом коне, чтобы все исправлять. В смысле, кто дал тебе право? Ты думал, я еще буду тебе благодарна? Ты. Ты палач. Ты тот злодей. То чудовище, которого следовало бы убить. Если ты меня выпустишь... Мы поговорим. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что это просто очередная отговорка. Повод, чтобы вмешиваться в жизни девушек и нарушать их личные границы все до одной. Думаю, тебе это нравится, это власть. Ты ее Нет, обожаешь. Это неправда. Я думаю, все это идеальное оправдание для того, чтобы убивать невинных вроде моего Бенджи и Пич, которые всегда смотрели свысока на тебя и твою сраную, жалкую жизнь. Боже, ведь ты... Нет. Самый обыкновенный. Ты больной. Никогда бы тебя не полюбила. Ты сгниешь там, ненормальный ублюдок. Будешь сидеть в тюрьме до конца своих дней. Джо? Когда Мони меня запирал, я усвоил урок. Прячь запасной ключ, чтобы выбраться из клетки. Я не хотел, чтобы так получилось, Бек. Я знаю. Знаю, просто... Запри меня в клетке.